Вот я даже не представляю, как мы друг друга стреляем. Вот у меня сын, да, в Днепропетровске, он в гвардии служит. Вот. Я не знаю, если я с ним... Серьезно, у тебя сын сейчас служит в ВСУ? Да, старший сын ВСУ. Я не знаю, как я с ним встречусь и как мы будем друг друга смотреть в глаза. Я один вопрос тебе задам, можешь не отвечать, как бы, ну, неважно. А, ну, что ты будешь делать, если получится так, что вы друг напротив друга будете? Что? Ну, и мне придется его сдавать в комендатуру, по-любому. Это уже комендатура будет решать. Я не буду ни стрелять, ничего, а комендатуру буду сдавать. А что решат? Если виновен, будет суд решать, значит... виноват. Если нет, буду добиваться, ну, если он не виновен, пусть освободят. Ты давно с ним связывался? Последний раз я с ним в апреле связался, 16 апреля, и он мне объявил, вы на нас напали. И связь после этого, ну, прервалась. Ну, я ему объяснял, но он меня слушать не хотел. А он знает, что ты служишь? Он знает. Он говорит, если мы встретимся, я тебя не пощажу. Его слова были последние. И телефон оборвался. Я говорю, ну, уже сказал, если так хочешь, твое дело, ну, уже связь оборвана. Если бы он дослышал, я бы прямо сказал, это твое дело, хочешь стрелять, хочешь нет, ну, я не буду. Но в комендатуру я обязательно сдам. Отец, не знаю, что сказать, но правда, то есть это ужасно. Вот это... самое ужасное, пожалуй. Ну, что? Вот, ну, я говорю, моя жена первая, да, вот в Днепропетровске. Вторая жена у меня в Николаеве. Там тоже сын. Тоже, ну, рядовой или кто он? Тоже второй сын служит? Да. Вот я хочу с обоими иметь встретиться. А что ты им скажешь, если ты вот, вот поставят их перед тобой? Не пленных, просто вот. Что бы ты им сказал? Скажу, как вы могли дойти до такого, убивать друг друга. Вот и все. Это наша земля, и мы за свою землю боремся и убиваем друг друга. Это мои прямые, ну, будут слова. Вот наша жена сейчас, что Зверев живет, она знает прекрасно. Говорит, Саш, я не знаю, говорит, если ты с ними встретишься, ну, когда я вышел, говорит, я не знаю, у меня, говорит, сердце болит, как ты с ними будешь обращаться. Я говорю, не знаю, когда земля круглая, мы встретимся, а там видно будет. Но я сейчас понял, что только сдавать кандидатуру, а там уже кандидатура пускай сама еще.